Я считаю, что ничего не осталось. Я сначала подумал, галюненький, так и живем. В суете и грохоте. А что делать? Поджимает нас бюджет. А вот, кстати, подъехал вот этот под иллюминатор производитель шума. Ой, блядь. Старость не радость. У нас все готово. Что называется, Германа все нету. И каравелл распускает паруса. Мы тоже вон завелись. Сегодня фильмы больше нет. Всем спать. Я сначала подумал, галюненький, нет, это перетяжка была. Мы ползли вдоль причала. И, по-моему, сейчас еще ползем. Поэтому на завтрак никто и не придет. Вот, что, подождем. Хорошее утро. Красивая бухта. И рука сама тянется к детской фотоаппарата. Уже нащелкался. Действительно, вид красивый. Еще когда солнце падает по утру вообще. Но правда, шум и грохот. А еще он как грузит сам себя. Под названием Затон проходит. Как я его раскачивает. Да? Пошли посмотрим, сколько у нас сольки осталось. Сегодня уйдем, говорят все. Посмотрим, сколько осталось. Да, считай, что ничего не осталось. Последние ковши машины добирают. Ну, там зачищать еще, может, лопатами придется. Даже не знаю, для чего хорватам столько соли. Я все-таки думаю, что она техническая. То есть выпаренная соль морская, сухая. Может быть, транзитом туда идет. Не знаю. Загребет сразу, не имеет. А пол машины хватит. И так далее. До победы. То есть в обед точно. Или чуть позже.
грохоте. Ладно. Пора что-то делать. Мы что-то делаем. Так, гречка. Хорошо. Суп. Тоже хорошо. Тарелки надо поставить. Что? Так. Особенно упираться не хочется, поэтому сейчас на рис поставить и тефтели накрутить. Запечь. И на рис. Хорошо иметь полуфабрикат. Ну, свой полуфабрикат. Фарш готовый. Готовый, так готовый. А вот это вот pork meat, тоже фарш, но свинина, который еще с тех времен, когда я пришел на пароход, то есть который заказывал. Сравните. Вкусовые эти я даже сравнивать не хочу. Хотя бы вид. Это такое мясо, которое не хочу определить, что оно мясо. Ладно. А что делать? Поджимает нас бюджет. Надо использовать то, что есть. Во всех, так сказать, его проявлениях. Называется остатки сладких. Я не знаю точно, мастер не говорил. Может, мы еще заторчим на рейде. Тогда, конечно, придется чуть-чуть кисло. Особенно кисло по рису. Риса у меня осталось не так много. Картошки нет совсем. А макарон. Как-нибудь выживем. Главное, еще филиппинцам. Блин, как она грохочет все, да? Люмик закрыт. А грохочет, мама не горюй. Ужас. Что они там делают? Шифтуют этот. Залить это счастье кипяточком. Пару лаврушек, тройку, четверку. И трусик перцем. И в духовку, и в духовку. Таскать финита стоит. Не, надо еще из остатков фрикаделек наделать. Сейчас накручу фрикаделек. А вот, кстати, подъехал вот этот под иллюминатор производитель шума. Ой, блин. Старость, не радость. Ну, рожа у тебя шаралов. Ага, вот он что делает. Вот он что делает. Я сейчас поеду, он лапы поднимает. Поехал. Греметь в другое место. Ну и слава богу. Хоть потише будет. Нагляну, что там делается. Пахнет приятно. Пускай стоит. Так, тут все хорошо. Каша, тарелки. Клинкера нет. Ну, только 33 минуты, правда. Может, моряк подойдет, который на вахту идет. О, слышу дверь где-то.
рыпнуло. Что-то у нас тут света нет. А вот и он. Моряк наш. Ладно, будем кормить моряка. Так, финиш стори. 17 часов пара. Сейчас. И часу еще нет. То есть у нас масса времени отдохнуть. Закончилось обеденское время. Кто не заховался, я не виноват. Посмотреть, что там на столах. Курицу я нарезал, даже замариновал на адобо. Ну, то пускай стоит, то уберем, это то пускай стоит. Все. Финитики, как говорят на этом пароходе. Всем спать. Всем спать. Разве что пивка дернуть. Малую толику и спать. Тоже на металлом надо. Это наш сломавшийся холодильник из кают-компании. Нам уже привезли новый, а этот в утиль. Вот она, вот они как гремят. Где ребята? Как тут поспишь? А придется. Каравеллу поставили возле этой большой, вот эту. Вчера с ее не было. Отдыхать. Караволы распускают паруса. Мы тоже вон завелись. Тебя глянуть в трюм. Что там осталось? Думаю, что уже ничего. Ура, чистый. Его даже закрывают. Уйдем сейчас. По возможности до обеда заранее готовлюсь к ужину. Это куски курицы, замаринованные в соевом соусе, чеснок, имбирь, лук. Будет что-то вроде адоба, но с имбирем. Занотовочки, занотовочки. Что такое? Вот запаковал. Сейчас мы это все жарим. Хорошо греемся, завелись так нормально. Так как рванем. Что я, наверное, опять макарони. Ну как опять, была гречка. А то вчерашние макароны. Будет. Понял, что у меня еще чьё-то дофига. И решил сделать.
все готово. Что называется, Германа все нету. Если падает 17, то они к 18 не придут. Можно было просто заказать пораньше. И я бы приготовил пораньше. Они бы покушали, а потом пошли свои веревки тянуть, рули крутить и прочие гайки. Сейчас просто стоим, ждем дрыгчик. Отвык, да? О, моряки. Не мешать. Без буксира. На концах отходим. Правильно. Все правильно. Только когда они кушать придут теперь. Помалу отходим от причала. И красивые виды противоположного берега теперь можно будет наблюдать в движении. Эта деревушка еще и остров. Вот дамба к нему ведет. А дальше пошло. Теперь прибавляем обороты и на выход. Вот теперь, отойдя от причала, можно посмотреть на него со стороны, то место, где мы простояли трое суток под выгрузкой. Собственно, все. Там еще будет парусник стоит, я уже его снимал. Теперь фото островка с симпатичными домиками. Это сразу в папку для фотоальбома «Жизнь в иллюминаторе». К концу сериала она собирается прилично фото. Сделаю отдельным видео. Бросить прощальный взгляд на этого пятимачтового красавца. Название я не разглядел. Может быть, кто-то из зрителей узнает его по очертаниям и оснастке. Напишите в комментариях, если узнали.
и резкий переход от парусной старины к современному способу передвижения на водах. Самолет. Еще центр города, может, успею поснимать. Или все уже ужинать пойду, посмотрим. Все, погнали. Кто-то там уже, наверное, кормится. Отлично. Кое-что поснимал. Воздух хороший. Видишь? Чоп-чоп. Еще не отпустили. Вот дела. Пока по бухте шли, там с этого полуострова воздух такой. Лесом. Лесом, лесом, лесом. Запах хороший. Все, 7 почти. Финицки. Так, здесь мясо. Мясо, рыба. Тоже все хорошо. Один человек пока не поел. Чифом это. Не захотел с вахты спускаться. Потом поест, если захочет. А сегодня фильмы больше нет. Всем спать. Снимайте пенки. Вот все хорошо в этой точилке, но не все. Да назад пойдет, ох, порежет хорошо. А не, стоять, у меня же второй помощник. Надо жарить вещи. Чуть второго помощника без жертвы не оставил. Стоим приблизительно в том же месте, где я обычно. Суп. Хорошо, мне там надо. Я. Сейчас там так. Кто-то черный глаз положил. Серьезно? Ну что, у нас скоро второй завтрак. Но мы еще и первым не завтракали. Вот первый тут. Так, ну вообще монго суп — это, конечно, монго. Вот оно, готовое, сваренное. Я его варю отдельно, потому что вареную копченую селедку. Рекомендую. Ну, рыбу едят все. Теперь только мастер не ест. И, так сказать, последний бросок. Не то. Молодцы мальчики, разошлись. Как они умудряются это делать? Вот не знаю, вот курят наверху, а дым затягивает сюда вниз. Оценивайте это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мои каналы в YouTube, Яндекс.Дзене, Телеграме. Все контакты даны в описании к ролику, там же реквизиты для тех, кто захочет поддержать автора материально. Всем здоровья, удачи и мирного неба над головой.